Мировое турне культовых британских музыкантов стартовало. Группа Depeche Mode выступила с первым концертом в шведском Стокгольме. 37 тысяч фанатов вживую услышали новый альбом «Spirit». Всего в рамках очередных гастролей шоу посетят 1,5 миллиона человек. Легендарный коллектив выступит в Европе и Америке, заглянут и в Киев. Грандиозное шоу на Олимпийском стадионе запланировано на 19 июня.